Пам-пам-пам-пам-пам. Всем привет! Ну, только чуть ясно, ноги это уже знать. И сегодня будет тег зомби-апокалипсис. Третьего дубля у меня уже все раскидано. Да, я это видос снимаю уже третий дубль. У меня очень мало времени. Итак, я тут все буду сделать всякие вопросики. Так, первый вопросик. Три блогера в мою команду. Ну, естественно, получится, потому что я обязательно возьму коллеги на эту спасение точно. Ну, как бы за два, потому что они двойняшки, и они все равно один без другого не пойдут. Второй это Настя Шпагина, она классная. Ну и последний это Катя Прокурай. Второе, вечного от меня, которую я возьму, которую я буду оборонять. Почему слева? Так, моя вечного от меня уже не зашла. Чем она мне? Элементарно. У меня в печечке живет около 15 лаков. Вот. Я бы всеми этими каждым лаком накрасил разными цветами ногти зомби. Ну, кстати, они поняли бы, какие они красивые, и придумали бы, пошли и стали бы какими-то, не знаю, звездами, или пошли бы другим красивым. Итак, третий вопрос. Я зомби, кого укусить первым? Я думаю, что я бы укусила первым Шушка. Да. А кого еще кусать, если не зомби, значит? Я бы проверила ее на вкус и на прочность. Вот. Но я думаю, это было бы вкусно. Четвертый вопрос. Мои рыдаки зомби. Я сделала. Хотя я знаю, что бы я сделала. Я бы засунула папу в морозилку, маму в морозилку. Просто мама и так часто тактовая частота меньше, поэтому я бесполезно морозилку засунула. Вот, в этот момент побежала бы в аптеку, купили на шапку вот лекарства, бегаю очень быстро, поэтому я думаю, я бы успела, и родители не успели бы выбраться. Вот еще кого-то купили. Мой план действий, если я стала зомби, мой план апокалипсиса. Ну, я бы, наверное, собрала всех свое, все свое окружение, заперла бы комнату, укусила бы каждого, а потом попросила уже новых зомби укусить их там каждого родителя, родственника, друга, одноклассника, коллегу, чтобы они те укусили свое окружение, те свое, и, кстати, я бы так не поняла, если бы не все родственники. Вот, ну и последний вопрос, хочу ли я зомби? Ну, конечно, хочу, ребята, это круто! Представьте на минуту, просто зомби апокалипсис. Во-первых, вы сами можете стать зомби, это опасно. Во-вторых, если вы стали, можете пойти и сожрать чьи-то мозги. Проблема. Все равно это круто. Ну что ж, я думаю, на сегодня все. Черт. В общем, у меня очень мало времени, я сейчас иду в пешку. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, пишите в комментариях ответы на эти вопросы, как бы вы, что бы вы сделали. Пишите мне варианты новых видосов, прошу прощения, некоторые видосы я заливаю очень долго, потому что, ну просто я все это делаю на телефоне, и это все очень долго, то редактор вылетает, то YouTube вылетает, и в общем все сложно. Да, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, и увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.